Сергей, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Mask of Mists. Окей, у нас есть несколько вариантов, куда нам идти. Первое, это сюда, но мне нужно узнать, кто к чему относится. Подсказок пока что никаких нету. Я могу, в принципе, сюда пройти, по-быстрому пролететь, так сказать. А также могу просто сюда пойти, потому что тут проход к храму. Какому-то. Так, старая карта. Так, хорошо. Около маски. Опа, ворота открыты. И туда есть проход. И сюда есть. А, это обход как раз через ядовитую зону, да? Так, ладно, нам нужно научиться как-то ходить. А ходить я могу научиться, сходя сразу к нашему чуваку. Сколько у меня их? 9 штук. Так, рецепт взрывное зелье. Для приготовления данного зелья вам потребуется древесный гриб, пещерный гриб. Так, нужно будет себе, значит, это сразу зелье замутить. Не забыть, где оно находится. А находится он напротив... Блять, не напротив. А около... первых развалин. Вам удалось найти несколько рубинов. А, и все, потому что я там головы не было. А, прикиньте. Так, ну сюда я не пройду, но мне только сюда. Вот это дом. Вот. Вот грибы. И где-то здесь. Вот оно, место это сокровище. Взаимодействовать. Улучшенный пистолет. Так, урона 2. И плюс еще множитель. Так, погнали в дом, если я смогу зайти. А я смог зайти. Начнем с этого места. Так, отрывок Геральдика. Список великих имперских домов и их гербов. Дом Морена, леса. Дом Гардиго, Гарида. Медведь. Дом Заяс, змея. Дом Кармона, единорог. Дом Рубио, орел. Дом Мора, волк. И дом Артега, грифон. Так, это нам пригодится. Уф, подумал, что кто-то прошел. Так, подожди, значит. Старый камин. Хворост. Сколько у меня хвороста? Одной штуки не хватает. Мне что-то кажется, что нужно куда-то в окно смотреть. Ладно, пускай пока что друг на дружку смотрят. Хотя, есть ли здесь секретный проход, ребята? Плюс, я думаю, здесь не такая же большая вариантность, куда можно поворачивать. Нет, прикиньте, нифига не работает. Ладно. Халявное мясо. Так, ключ от спальни. Спальня это вот это, да, у нас? Так, старая записка. А бумага давно истлела. Его удалось разобрать только небольшой отрывок.
Когда свет озарит двух птиц, смотрящих друг на друга. Так, взрывное зелье. Взрывное зелье нам пригодится. Прикол от спальни какой? Это табурет. Ясно. Когда свет озарит. То есть мне нужно еще хворост найти. Взрывная херня у меня есть. Блин, а туда к стенке далеко бежать? Но по факту я могу сбегать, сразу проверить. Типа я думаю, лучше сразу бегать туда, где... Короче, говорю, чтобы по 1000 раз в одно и то же место не бегать, давайте я быстренько сейчас вставлю на паузу. Прибегу я к начальной, хотя ладно. Или не ладно. Блин, у нас здесь много вариантов, куда идти. Ладно, я ставлю на паузу. Или не ставлю. В принципе, тут бежать не так уж далеко. Смотрите, нам нужно сейчас что будет сделать. У нас первое. Ой, стоп. А там маска должна быть точно. Взрывуха может разрушить хрупкие стены. Первое, это мы еще стену с вами сломаем. После стены мы отправимся, где гербы. Активируем всех гербы, чтобы нам открылся проход. Веревка. Выглядит достаточно прочно, чтобы выдержать человека. Опа. А теперь, ребята, вспоминаем, где нам нужна была веревка. Вот здесь. Привязать веревку. Взаимодействовать. Теперь вы можете попытаться спуститься вниз. Спуститься вниз. Тогда у нас даже два будет с вами сегодня этих. Хотя ладно, посмотрим. О, стоп. Сразу сюда могу. Ну, блин, ну, видно же, как будто секретка, ну, и туда не пускают. Я бы туда сделал проход и там оставил бы сундук. Чё, как? Так, ну это тюрьмы. Ага. И чё? Я понял. И чё, и чё? Лучше бы улучшение не на пистолет дали, а на меч. Фу, я испугался. Подумал, новый враг появился. Так, я просто не хочу, чтобы на меня тот напал. Вот зараза. Успел все-таки меня еще стрельнуть. Так, есть проход сюда. Есть проход сюда. Проход сюда. И тут два нужно кристалла сломать. Здесь три. Ладно, погнали в эту сторону. Фу, нахер так пугать.
Испугался, обосрался. А, подожди, тут их до хера. Так, вы не против, я камень заберу с собой. Мне маска это нужна. Почему он не может просто бегать? Так, а мы видели где-то подсказку, связанную с этими камнями? Комбинаций здесь очень будет много. Подожди, мне скорее всего нужно кинуть там, где горят факела. Стой, да, вон сторона открылась. Ну, походу, да, это в натуре игра для детей. Здесь постоянно, когда очень опасное какое-то место, хотя оно не опасное, нам дают сохраниться. Хотя враги могут нас убить. Хотя да. Звук был. Активировать. Подожди, это я сейчас в пещере? А, нет, это я сейчас в колодце. Давайте поднимемся, тогда сейчас побежим дальше, исследуем еще локи. Посмотрим, куда нас это приведет. Но сейчас мы пойдем, где гербы. Так, подожди, это мне нужно сейчас бежать. У нас еще здесь головоломка. Так, подожди, а на картинках он нигде не оставлял? Не оставлял. Ладно. На самом деле здесь, так сказать, время игры только увеличено за счет того, что мы бегаем, допустим, от этой точки на ту сторону и наоборот. Так, руби. Орел. Артего. Кармано. Гарида. Так, Кармано единорог. Гарида медведь.
Стоп, а еще где? Жесть! Где? А, вот, все, лежит. Так, карману, подожди. Единорог. Горида, орел. Хорошо. О, здоровые эти. Воу! Хуй-туи. Да, давай, застрянем еще. Нифига себе, он мне надамажил, когда приземлялся. А, то есть я могу просто от него далеко отойти. И он погибнет. Ну, давайте сразу по расходочкам налево. Обычным оружием не разбить. То есть есть, значит, и необычное. Как я понимаю. Есть обычное, есть необычное. Сойдет. Нужен ключ от кладбища. Опа, самфир. Драгоценный камень. Можно сделать будет сейчас взрывчатку. Но мне нужен еще хворост одна штука, чтобы огонь не разжечь. Так, рецепт зелья дыхания. Для приготовления данного зелья вам потребуется древесный гриб, дикий цветок. Но я могу сделать и дыхание. Либо подождать, посмотреть, что... Давайте, ладно. Ага, взрывное зелье не сделаю. Дыхание возьму, одну штуку. Так, у этой двери нету ручки, нет вертки для ключа. Отверстие. Интересно, как она открывается? Взрывом! Хабуч, бадабуч. Значит, нужно взрыв сразу сделать. Ладно, нельзя. Так, ну значит, нам не сюда. Ключа от кладбища нету. Дверь мы не знаем, как открыть. У нас ни ручки, ничего. Есть проход там, где ядовитая зона. Там, где кислорода нету. Тогда я сейчас подойду к той территории, сохранюсь. Сохранюсь около ядовитой территории и что-то придумаем. По факту я могу залезть как-то наверх паркуром своим. От камня перепрыгнуть. И что мне мешает перепрыгнуть? Вот и все. Я не думал даже, что... О-о-о-о-о-о. Увеличивает время, которое вы можете находиться в зараженных местах. Постоянный эффект.
А, ну постоянный эффект, значит, у меня теперь постоянно такое количество. Да, все, найс. Так, налево. Полностью налево. Так, 13 алмазиков у нас. Так, око, подожди. Во, глазик есть. Так, статуя женщины с закрытыми глазами. У меня есть догадка. Но прежде чем догадываться, я хочу следовать, что тут еще есть. Зараза. У меня этих уже масок довольно много. Вот, стоять, здесь секретка. Так, подожди, если не ошибаюсь, мы еще видели карту. Еще есть... А, нет, только две карты у меня. Так, отрывок... Запретные артефакты. Среди прочих артефактов, созданных Империей... Особое место занимает маска туманов, позволяющая напрямую обращаться к магии энергии бездны. Она дает своему владельцу огромную силу, однако несет и чудовищную опасность, истощая барьер, который защищает ваш мир. То есть мне нужна эта маска, либо уже кто-то спер такую маску, которая вот здесь была. Ладно, давайте начнем тогда здесь. Ну, логично, что мне нужно это сделать так, чтобы глаза были все закрыты. Так, подожди, а если я встану? Да, все работает, хорошо. Но все равно мне нужно было проверить это место. И открыть здесь проход. Очередные пещеры. Взаимодействовать. Либо пещеры, либо катакомбы. Пока что... пещера. Большая территориальная зона. Проход 1, проход 2. Так, гриб для того, чтобы я создал взрывчатку. Взрывчатка у меня одна есть, да? А, это, подожди, это ржавчина. Ай-яй-яй-яй, плохо получилось. Так, рубиная жила. Уйти. Ну логично, тогда давайте я пойду сейчас бомбу создам, либо еще полазю здесь, найду что-то. Кажется, этот камень можно как-то сдвинуть. Вот мы его и сдвинули. Земфирная жила. Атю. Старый рисунок на стене пещеры. Кажется, вы уже где-то видели эти символы. Перерисовать символы. Так, хорошо. Теперь нам нужно, получается, две взрывчатки для того, чтобы
Открытие литие жилы. Я логичное дело сначала сделаю взрывчатку для того, чтобы самое дальнее получить. Самфир. Самфир надо. А ближайшее что там было написано? Рубиновое. Хотя подожди, самфир мы можем использовать пока что я не знаю на что. Хотя может самфир он дороже ценится, больше ценится, чем рубины. Блин, а вот я не знаю на самом деле. И то драгоценный камень, но этот походу более редкий. Блин, а если бы мне не было этого зелья? Так, ладно, создаем, потом возвращаемся к жилам. Ну что, пробуем взорвать? Найс. Не взрывается. Короче, я создал еще зелье дыхания. Еще больше стало. Ну да, это немножко что метроидвания, ну блин. Я бы не сказал, что у нас идет какая-то вообще прокачка. Если это вообще можно назвать прокачкой. Так, ладно, отправляюсь тогда в храм, там, где у нас были камешки. Так, все, я на месте, давайте. Что-то мне надо. Вода это кружок, треугольник. Так, короче, окей. Где-то меня наебали. А, точно, кнопку ж нажать. Ой. И чё? А чё ты гриб убрался? Где анимация? Почему анимацию не показывают? Так, а теперь должно было произойти две вещи. Во-первых, должны были потушиться цветы все. Нам не нужные. Да? Думаю, да. Так, это внутрь в храма, да? Наверное, да. Тогда нам все равно стоит туда потом сходить. Поэтому, думаю, давайте на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.